Доброй ночи, друзья. Вчера не снимал тут в сарай. Я вчера колол поросят железом, поколол им. И свиноты меня ненавидят. Но, может, конечно, уже простили за сутки. Но вчера был такой у них нервный день. Один день не показал поросят. Кажется, что вы уже и забыли, что у меня есть свинья, да? Маночка очень прям отлично готовится к опоросу. Прям так, можно сказать, заранее. У нее уже вымя такое. А что ты ножку поздороваться, что ли, подняла, да? Вымя у нее уже такое. Боже, надо глаза ей протереть, да? Маймольчика. Вымя такое, как будто ей поросится со дня на день. Но ей еще ходить около 10 дней, так что как бы готовится она максимально, максимально заранее. Ну, а булочка, конечно, булочка, говорю, принцесса Пупырочка. Пупырочка не готовится так прям, как манка. Но все равно вымя есть, ждем. Вот так. У них тут все хорошо. У нас последние два дня немножечко спала температура. Вчера немножечко так набежали тучи. Даже думал, что пойдет дождь, но как бы его не было. Но посвежее стало. Вот прям видно по животным. И даже не только по животным, а еще и по их аппетиту. Они стали чуточку лучше кушать. В жару никто не хочет есть не только кормящие, но и супоросные. Вот так, так, что-то кормушка потекла. Непонятно. Ну вот так, а теперь по порядку, по возрасту, да? У булочки аппетит относительно хороший. Ну, как для кормящей свиноматки, могу, ну, как бы сказать, что у нее аппетит хороший. То есть она к утру все скушает. Я немножечко ей даю яйца, там и гусиные, вот им дал по яйцу, она вообще хорошо скушала. А это, конечно, похуже. Я сегодня... Так, вот это... Ты уже кушал с мамой в кормушке, да? Это тот, который подсаженный, такой маленький. Знаете, я сегодня думал выпустить ее во двор, но как бы то на поле, то еще что-то. В общем, не выпустил во двор. Хочу ее вместе с малышней выпустить. Малышня уже большая, они и траву едят, они в кормушку к ней лезут, едят. И, ну, как бы, уже можно их спокойно даже ночевать оставить на улице, чтобы не гонять туда-сюда. Ну, а там будем смотреть. Все поросятки тут в порядке, и тут в порядке поросятки. Ну, тут 9, тут 7. Как было, так и есть. У меня закончились липучки. Я хоть сегодня был в магазине, по шлангу ездил, но я не вспомнил. За липучки надо где-то себе на лбу писать за них и купить, потому что без липучек буквально один день нет липучек, и сразу мух кажется просто стая. Ну вот так. А так поросятки, эти поросятки мне нравятся. Я имею в виду вот этот опорос их, они ничем не болели, они хорошенькие, кругленькие. Даже в такую сумасшедшую жару, с тем, что свиноматки плохо едят, но как бы они все-таки покрупнее. Этот раз в опорос пошли, и поросятки все относительно хорошенькие. Этот, конечно, он был поменьше, он такой поменьше есть, и у нее там один, что ли, есть поменьше. Остальные, ну, такие прям лощеные красотунчики хорошие. Так что вот так. Еще хочу сказать спасибо всем моим клиентам, которые заказывают у меня яйцо. Спасибо большое, все распродано, ничего нету, как бы, вон одно выкатилось, но как бы перепелочки несутся без перестанку, так что если вдруг кто-то хочет яйцо на инкубацию, есть на яйцо, чтобы вырастить курочек на яйцо, ну вот эта клетка, есть селадончики и есть большие перепелки, которые
там еще два человека в очереди у меня, но как бы, если вам надо, тоже пишите, я вас, ну, можно сказать, поставлю немножко подальше в очередь. Тут одна цена, тут другая цена, там третья цена, тут четвертая цена. Ну, в общем, цены я в Инстаграме всем пишу, кому надо. Почему, знаете, я увидел разъяснение на одной странице, почему цены не нужно объявлять вот так в ролике. Потому что ролик остается на канале, и как бы ролик будет на канале, и может ролику вот этому сегодняшнему уже будет год, кто-то его посмотрит, а там я сказал цену, да, сегодняшнего дня, и как бы, а цена уже поменялась, да, например. И вот это неправильно, потому что человек будет мне писать и говорить: да вы же в ролике сказали такую цену, как бы. Это не тайна цена, если бы кому-то даже не хотите заказывать, напишите мне, я вам скажу, какая на сегодняшний день цена. Ну, а так, как бы, ну, вот так. Поэтому, но лучше не нужно вот так в ролике объявлять цену на что бы то ни было. Вот такие дела. Кушай, свинюшечка. Так плохо ешь, ну, так плохо, так похудела, просто. Просто сумасшедшая свинюшечка. Ну, как бы, как есть, да? Вот, смотрите, видите, немножечко попрохладнее стало, вот свинюшечка кушает, прям молодец. А то лежала, еле дышала, прям жара-жара, и никакого аппетита у них не было. Ну, вот так. Тут у этой девчушки все хорошо, тихо. А вот эти обормотики, можете вот хвостики посчитать. Ну, я думаю, это быстро все считается. Тут 11 поросят. Она поросилась 13-ю. Позавчера я вам сказал, что она на одного наступила. На живот ему наступила. И такая там, скорее всего, было какое-то кровоизлияние, ну, внутрибрюшинное. И поросенок пропал. И одного она задавила. Я пришел прям вчера утром, еще до того, как я им колол железо. Пришел вчера утром, и она еще одного, ну, как бы того, на того наступила, а на вчерашнего легла. То есть просто такой раздавленный поросенок, без каких-то видимых повреждений, просто свинюшечка придавила. Ну, знаете, сейчас лето, свинке тяжело, и как бы ни на граммулечку не расстроился, потому что, как бы, ну, значит, так должно было быть. Свинке тяжело, и отсадить некуда, 13 ей прям было очень тяжело. Сейчас 11 поросяточек, визуально ровненькие, но один, вот этот нижний поросеночек, он какой-то послабее, такой... И не пузатенький, ну как бы им все-таки, ну-ну-ну. Бля, уже не пускает, это от вчерашних уколов. То меня так спокойненько к себе пускало, а сейчас я только заходить, а она уже подрывается. Ладно, не буду заходить. И света нету там, ну я имею в виду. А они все равно понимают, прячутся от меня туда. Ну вот так, уже визуально видно, да, что прям некоторые вот такие прям массивные стали, спинки широкие, хорошенькие. Свинюшечка их кормит хорошо, но как бы у нее, ну не могу сказать, что прям проблемное вымя. Вымя не проблемное, потому что она очень умная взрослая свиноматка, она ложится то на одну сторону, то на вторую. И если, ну, как бы, вот, лежа на одной стороне какой-то из поросеночков не достает до, ну, до соска своего, то в следующем кормлении она ложится на другой бок, и он точно достанет, точно попьет, поэтому, ну, вот так. Но то, что некоторые поросятки могут быть чуточку похудее, это, как бы, не страшно, такое может быть, как бы, ну, все, все, вставай, уже покормила. Вот так. Ну, прям некоторые вот бутузики, да?
О, гнездо мастерит. Что ж ты там его мастеришь? Вот прям погода наладилась. Я не налюбуюсь поведением свинюшечек. Они реально просто как будто ожили. Потому что лежали вот так покладом просто. Не шевелились. А сейчас прям красота. Да, девчушечки? Вот этот, видите, какой-то чуточку худовастенький. Ну, что будет, то будет. Вот видите, сейчас лежала вот так, а сейчас легла вот так. То есть они полежат 20 минут там где-то, начнут ее просить, и она вот вывернется и будет кормить этой стороной. Так что вот прям за секунду подтвердила мои слова. Вот такие дела. Так что тут все хорошо, но вот эти перепелиные крики, знаете, друзья, вот те, кто вы, я знаю, ну, как бы я всем ответил, мне там написало 6 человек по поводу перепелиного мяса. Есть заказ на гуся, там и на одного, и на второго. Вы, пожалуйста, меня не обижайтесь, как бы просто... Не хватает времени сейчас, и я занят. Я сам не щипаю, мы щипаем со Светланой Николаевной, как бы ощипываем птицу. И знаете, бывает момент, когда я говорю, давайте щипать, она говорит, ой, я сейчас пойду, у меня дела. Так что бывает вот так, что просто мы никак не соберемся в кучу, чтобы эти заказы оформить. И сейчас как бы... Первое очередное задание – это убрать пшеницу с поля. И тогда, знаете, тогда мне станет легче не просто как бы свободней по времени, а даже морально станет легче, потому что, ну, как бы то одно, то второе, то цена не та, то цена падает, то еще что-то, то машины нету, то комбайн сломался. Короче, это очень такое сейчас у нас нервное время, поэтому... Поэтому вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Я думаю, что всем хватит. Самцов еще около 60 штук. Так что есть кого убирать. Я даже их настолько всех много, что и курочек много. Я и объявление дал, что продаю. И цыплят же продаю разных, там каких купят. Ну, и петухов выложил на продажу пуховых. Тоже по 3 копейки, только для того, чтобы их это, ну, чтобы купили, но никому не надо. Петухов бентамок выложил, потому что, думаю, если заберут кто-то, пусть забирает, если не заберут, мне их нужно будет ощипать, и, ну, как бы кто-то заберет, потому что спрашивали мясо, писали, что и карликовые петухи подойдут, но я думаю, разницы нету, просто тушка маленькая, а мне кажется, даже, ну, как бы, вот маленькая на суп, на борщ, как бы, такой домашний бульон с петуха будет очень вкусно, с маленького там на небольшую кастрюльку, так что будет нормально. Ну, вот так. Так что не обижайтесь, пожалуйста, все будет. Вот так. Мамулька, ты пошла проверить, как там детки, куда они убежали. Я не трогаю, я уже вчера поколол. Хоть и она такая как бы слабенькая оказалась, но вчера такая немножечко, ну... Она-то на меня не кидается, но я имею в виду так, вставала, нервничала громулечку, да? Ну, вот такие вот дела. Короче, завтра нужно первым делом купить липучки. Да, девчушечка? Уже и это такая массивная толстушечка. Тоже, как бы, очень быстро уже у нее третий месяц. То есть, пока опоросятся... Почему я тебя булочкой называю? Пока поросится пупырка и маночка, у нее уже тоже будет, ну, как бы, 3 месяца супоросности. И, ну, короче, у них разница месяц. Эти в конце марта, она в конце апреля погуляла. Так что у этих еще будут сидеть поросятки, а она уже будет пороситься, да? Вот такие мои хорошие девочки. Давай, так пузико почешу, давай. Ложись. Шо, не можешь завалиться через пузо?
Боишься, ударишься. Ложись. Ложись. Вот ты какая хорошая. Маленькая, скажи, пузо тяжелое. Знаете, когда большие свиноматки, я всегда говорю, горшочек не вари, потому что, ну, типа, чем больше, тем хуже мне. Потому что как бы маленький объем поросят, они крупнее, лучше растут и хорошо. А когда свинка небольшая, то я себе морально, ну, в голове не запрещаю ей пороситься большим количеством поросят. Потому что чем больше поросят, тем они мельче, тем легче свинке опороситься. Но она вот такая пузатая. Ну, это, конечно, непонятно, будут большие поросята и мало, или маленькие и много. Я бы хотела, чтобы у нее было маленькие и много. У Булочки, опять Булочка, чего так Булочка у меня вспоминается? У Маночки много сосков, поросицы они будут вместе. Мы отдадим лишних Маночке, скажи, отдадим, да? Отдадим лишних Маночке. Ложись, ложись. Давай почешу пузо, давай. Ложись, ты не можешь. У тебя такой горбуз большой, да? Горбуз большой вырос. Ложись. Нет, ты не можешь. Ты думаешь, ты ударишься? Высоко, что ли? Тут не высоко, смотри. 10 сантиметров высота, ложись. Ложись. Ну? Не может лечь, не может. Все наелось, скажи, детки полное пузо. Кашки поела, скажи. Ну как я ляжу, я не могу. Ну вот такие вот тут дела. Ждем. Поросяточек. Как-то. А в этой прям живот просто лежит. Такой за года. О, видите, какое? Ну, ты такая свинюшечка. Будем тебя умывать, да? Будем? Ух, и грязнушечка. Моя хорошая. Так она самая и не ручная. Хотя ныть я еще та девка, да, с характером. Ой, да это и только дотронулся, да? Ну, давай почешу пузик. Давай пузик почешу, давай. Давай. Давай почешу. Давай, выворачивай животик, выворачивай. А ну. О, как подготовила вымя уже. Большое какое. Пузо тоже пузатое. Куда вы столько на лето все придумали? Куда? Зачем вам столько поросят? За меня переживаете? Думаете, чем больше, тем лучше? Я вам говорю, не надо много. По 6, по 7 штучек и хватит. И вам не тяжело, и мне нормально, не переживать за вас. Вот так. На. Это еще не умеет с рук брать. Твоя гуска. Угу. На. Вот это зато отлично умеет. На. Змеючка тебе снесла. Угу. На. Вот и все. Вот такие дела. Все, друзья. Все хорошо. Единственное, что нехорошо, это жара. Но, знаете, все равно каждый год есть вот такие дни прям супер жаркие. Но надеюсь, что немножечко похолодает, да? Картошку я выключил. Последний ряд вообще там лило, наверное, часа полтора. Я пошел, оно перелилось, знаете, с одного ряда на второй и на третий. Вот так долго лило. Короче, залило капитально. Но 6 рядов еще не долил картошки, так что еще польем. Знаете, у меня картошка, скорее всего, ранняя. Она уже начинает сохнуть сверху, ну, вянуть. И я думаю, что вот это такое... И одно будет такой полив, прям один, вот такой мощный, сильный, и она будет, земля мокрая, дней 5-6,
ну, а то и больше, и за это время картошка нормально так навяжется, потому что вот как раз сейчас она растет, она молодая, чистится прям хорошо, поэтому, ну, а там посмотрим. Ну, как бы, вот такой, глянь, вот такой мамин приемный, да? Угу. Ухи-мухи, никуда от них не деться. Ладно, друзья, селадончиков отсюда, отсюда. Не, а тут не было, вот тут были, вот тут. Там где-то еще один бегает, не выловил. Выловил, немножечко самцов убрал, как бы посвободнее. И, но эти еще не несутся, а вот там начинают пробрасывать яйцо. Тут тоже еще не видел яиц, но как бы посмотрим. Скоро тоже начнут нестись. Совсем, наверное, чуть-чуть осталось. Вот так. Ну, а селадона вот там полная клеточка теперь. Но там, наверное, немножко лишних самцов, потому что я просто отсюда высадил туда, где нужно будет проверить и убрать лишних. Ну, вот так. Все, друзья, работаем понемножку. Да? Ну, что ты ждешь? Ну, что ты ждешь? Вот такие дела. Всем большое спасибо за просмотр. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.